Не тяжело-то? Да, более-менее. Не сказать, чтобы прямо легко кручу, но надо же чего-то преодолевать. За несколько недель в краевой клинической больнице Владимир Черкасов достиг больших успехов. У мужчины синдром Гиена-Барре. Иммунная система поражает свои же периферические нервы. В этом отделении радуются даже самостоятельному маршруту до туалетной комнаты. Заново учатся ходить, держать ложку. Сюда поступают пациенты после травмы и операции на костно-мышечной системе. И не только. Некоторые из них не могут даже глотать и дышать. Жизнь сложна и многообразна. Никаких поводов для того, чтобы попадать в больницу, у меня не было. Просто началось плавненько все. Сначала маленькие боли, потом все больше и больше. И, наконец, дошло до того, что я уже не мог вставать. Потом с большой радостью я смог добраться через 1,5 метра до прикроватного туалета. Помогают восстанавливаться пациентам современные электростимуляторы, тренажеры с биологически обратной связью. Новая техника появилась здесь недавно. На нее выделено порядка 150 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Освоена половина средств. Пока не все удалось приобрести из-за санкций. Но даже то, что уже есть, поможет разгрузить медперсонал и помочь самим пациентам. Мы были недооборудованы. Все оборудование у нас было, грубо говоря, не очень медицинского толка. То есть, если раньше требовалось 2 человека, мы привлекали родственников, привлекали наших бедных маленьких инструкторов ЛФК. В больнице заверяют, что остальное оборудование закупят позже. Сегодня в отделении уже установлено более 30 единиц техники, которая уже поставила на ноги ни одного пациента. Даже то, что сейчас закуплено, это уже даже не на порядок, на 10 порядков более современно то, что было. Добавим, что за год здесь проходят лечение в среднем 1500 человек. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.